Привет! Сегодня тест микрофонов для видеоблога. Тест микрофонов, которыми я сам смог воспользоваться, до которых я смог дотянуться. Как-то гулял я по торговому центру в Таиланде и зашел в магазин, где увидел два микрофона Saramonic, а в рюкзаке у меня лежала камера и мой микрофон. И тут я решил сравнить их и узнать, что такое Saramonic. Сейчас вы увидите и услышите сравнение трех микрофонов, таких как Saramonic VMic 4, Saramonic VMic Mini и Rode Video Micro. Расстояние 30 сантиметров. Расстояние 1.5 метра. Я говорю сбоку, в полуметрах от микрофона. Сейчас я говорю сзади, в 30 сантиметрах от микрофона. Проверка микрофона Saramonic VMic 4, расстояние 0.5 метра. Проверка микрофона Saramonic, расстояние 1.5 метра. Проверка микрофона сбоку, расстояние 0.5 метра. Проверка микрофона сзади, расстояние 30 сантиметров, без включенного заднего микрофона. Сейчас включен задний микрофон, также расстояние 30 сантиметров. И проверяю боковой звук с включенными двумя микрофонами. Стучу по корпусу камеры пальцами. Проверка работы Saramonic модель VMic Mini, расстояние 0.5 метра. Проверка работы микрофона Saramonic, расстояние 1.5 метра. Проверка работы микрофона Saramonic сбоку, расстояние 0.5 метра. Проверка работы микрофона Saramonic сзади, расстояние 30 сантиметров. Удары по корпусу. В тех же условиях проверяю свой микрофон Rode, расстояние 0.5 метра. Проверяю микрофон Rode, расстояние 1.5 метра. Проверяю микрофон Rode сбоку, расстояние 0.5 метра. Проверяю микрофон Rode сзади, расстояние 30 сантиметров. И удары по корпусу. Для меня с этими микрофонами все стало ясно непосредственно в магазине, без прослушивания звука через наушники, через компьютер. Я просто увидел уровни на камере, насколько они подпрыгивают, когда я бью по корпусу. У Rode гораздо лучше отрабатывает его шок маунт, то есть удары по корпусу, они менее заметны. Конструкция крепления у Rode значительно качественнее. И уже на прослушке звук оказался тоже качественней, но значительно тише. Я не добавлял никакого уровня громкости, все микрофоны были записаны в одинаковой среде, ничего я не менял. То есть я как вот ставил, так вот я записал, так я вам показал. Что можно еще заметить у микрофона Rode, это у него направленность кардиоидная, и поэтому, когда говоришь сзади микрофона, вообще ничего не слышно. То есть, если даже говоришь вплотную, вот прям вот микрофон, и ты прям говоришь вплотную, все равно звук глухой, уродливый. Это совершенно не годится для такой вот закадровой озвучки, когда ты куда-то направил камеру, ты снимаешь какой-то экшен впереди, тебе нужны звуки оттуда, и хочется, например, это как-то прокомментировать во время твоего влога, прогулки какой-то, ты идешь, что-то рассказываешь. Rode с этой стороны работает плохо для влога, то есть нельзя комментировать за ним, когда направлен он от тебя. Тебя слышно совершенно отвратительно. В этом плане Saramonic работает лучше. Отсюда следует, что у Saramonic суперкардиоидная направленность. Резюмируя данную влогерскую проблему, когда ты хочешь комментировать происходящее впереди камеры, находясь за камерой, то хотелось бы иметь два микрофона подобных Rode. Один направленный вперед, а другой направленный на человека за камерой. Я решил пойти дальше, не останавливаться на Rode, хотя звук меня его устраивает, хотя он немножечко шумноватый. То есть у него есть его шум микрофона, да, непосредственно, когда вы молчите в тихом помещении, он будет жужжать, шуметь. И тут мне в интернете как-то на глаза попался микрофон Dayt D4 Mini. Пришел микрофон Dayt. В Таиланде он дороже.
чем где бы то ни было. DT D4 Mini обошелся в 2100 бат. Меня подкупило в нем то, что можно записывать еще дополнительный канал звука. Да? Он разделяет на левый и на правый два сигнала, то есть то, что забирает себя, и то, что еще с внешнего источника дополнительного микрофона. Думаю, круто, можно использовать петличку, завести это все туда, записывать звук спереди, что у тебя происходит. В моей теории это должно работать хорошо, но нужно проверить. Где же Мишка? Мне нужно, чтобы он распаковал мне мой микрофон. А то звук очень плохой. С тобой уже закончили? Вот теперь звук через микро. Я думаю, гораздо лучше. Пробуешь на качество? Да. Первая проба. Вот тебе массаж подъехал. Все, я в Чангмае остаюсь, а дальше нафиг Бали. На Бали не едешь. Сейчас вы услышали звук микрофона DT. Когда Миша сел на мотоцикл, завел, я снимал экшен, как он что-то делает, и при этом сказал за кадром несколько слов, которые, в принципе, неплохо звучат, да, достаточно хорошо. И это все наталкивает на мысль о том, что связка вот этой вот петлички плюс DT D4 Mini по сути дела уже не нужна. Этот микрофон может записывать происходящее за ним, с обратной стороны. И тут мы утыкаемся в проблему того, что можно захватывать ненужные звуки, когда это вам не требуется. Я до этого говорил о том, что классно было бы иметь два роуда. Да, два роуда. Один направленный вперед, другой назад. А потом микшируешь эти каналы, звуки как хочешь. Вот выясните, насколько будут вмешиваться посторонние звуки, когда не нужны они в микрофон DT. Это можно только понять опытным путем. То есть через какое-то время я пойму, могу ли я обойтись чистым микрофоном DT, или он будет... просто какие-то звуки записывать, которые меня не устраивают, которые находятся за камерой. И, возможно, тогда будет классная связка не петличку иметь и D4 Mini, а Rode и D4 Mini. То есть DT я направляю в свою сторону, в него комментирую, еще будет качественнее, лучше, чем в его задницу говорить. А Rode я направляю по направлению камеры, да, то есть он снимает у нас то, что происходит впереди, здесь снимаются комментарии. Ну, благодаря тому, что у DT есть input-output, все эта конструкция работает. И получается вот такая схема, что DT снимает звук сзади хорошо, немножечко цепляет спереди, но в любом случае нам нужно спереди иметь звук. Всегда. То есть мы всегда должны снимать звук перед камерой. И поэтому то, что от суперкардиоида остается вот этот вот хвостик, это нам нисколько не мешает. А Rode у нас как кардиоидный, хорошо изолированный, он сзади ничего не снимает, он направленный вперед. И когда не нужно, мы просто отключаем DT, и у нас изолированный звук спереди. То есть вот такая схема классная. Справедливо заметить, что существует D4 Duo, где сзади еще есть микрофон. Но я послушал тесты, и в целом звук хуже, чем у Mini просто, да, вот в одну сторону, которая записывает. Вроде бы как D4 Duo какая-то панацея, решение этой проблемы,
Но, к сожалению, нет. Звук там хуже. Хотя лично я не пробовал, не тестировал. Может быть, меня бы это и устроило. Но я пошел по такому пути. А сейчас я протестирую эти два микрофона и еще добавлю к тесту Zoom. Zoom SSH6 с рекордером F1. То, что у меня есть. Сейчас я себя записываю не через петличку, а через микрофон Zoom и рекордер F1. Напоминаю, что микрофон Zoom SSH6. Здесь голые стены и эхо присутствует. Но тем не менее, проверим, как работают микрофоны в этих условиях. И для примера я решил записать звук с зума. Хотелось бы немножечко пробежаться по тому, как выглядят микрофоны. Вот у меня в руках ветрозащиты вместе с поролоном внутри. Тактильно мне больше нравится, как исполнен Deity. И по размеру Deity меньше. Далее пойдем по шок-маунтам, по креплениям. У Deity крепления меньше и в высоту, и в ширину. Но при этом, у меня нет весов, но при этом вот с уверенностью могу сказать, что крепление у Deity тяжелее, чем у Rode. Пользуясь случаем, хочется проверить, есть ли наводки у Zoom. Я сейчас поднесу к микрофону Zoom с разных сторон передатчик и приемник. В общем, я поколдовал вокруг, не знаю, может что-то было слышно. Комплектность у Deity побольше с проводами. У этих проводов есть отличительные особенности, которые не в пользу Deity. У Rode штекер под 90 градусов ровненько, а у Deity как будто тут градусов, не знаю, там 8, 10, 5, не знаю сколько, но отклонение есть в сторону. Под углом, не под ровным. И сам штекер больше размера, он длиннее. Тут выигрывает Rode. По поводу шумности штекеров, хотелось бы, наверное, это проверить. Меняется ли белый шум, так сказать, когда тот или иной провод ставлен? Мне просто условия абсолютно не идеальные для этого. Ну, в принципе, можно куда-нибудь там под подушку засунуть микрофон. Кстати, еще отличие у них, то что у Deity вот эта вот витая штука, она короче, чем у Rode. Это тоже я считаю, что в плюс Rode, и провод сам у Rode тоньше, и он мягче. У Deity он такой жесткий его, хотя у Rode тоже достаточно жесткий. В общем, провод Rode визуально лучше и конструктивно лучше, но по качеству звука пока неизвестно. Опять же таки, у меня нет весов, но с уверенностью могу сказать, что Deity легче, чем Rode. Получается, тяжелее шок-маунт, но легче микрофон. Здесь наоборот. Тяжелее микрофон, легче шок-маунт. Еще хочу отметить конструктивное отличие этих двух маленьких микрофончиков в том, что у Rode сзади находится гнездо, а у Deity сбоку. Грубо говоря, камера у вас заканчивается чуть-чуть дальше, чем кончается микрофон, а этот штекер торчит. В общем, не всегда удобно положить, например, на заднюю часть камеру. С Deity еще много не погулял. У Deity чертовски сильно трясется шок-маунт, ну, сам по себе вот он под своим весом, особенно если вместе с ветрозащитой. Пока не буду одевать никаких ветрозащит. Протестируем с вентилятором, как с ветрозащитой работают и без ветрозащиты данные микрофоны. Устанавливаю в подготовленный мною стенд эти микрофоны. Не помню, какой из микрофонов куда пишет. Холодильник. Это Rode, это Deity. Капсуль микрофона Zoom находится чуть-чуть ближе, чем Deity и Rode. Deity и Rode, может быть, разница в 1 сантиметр, это незначительно. А Zoom где-то сантиметра на 4 ближе находится ко мне. Я сейчас говорю на вытянутую руку от микрофонов. Так, надо какую-нибудь сказать тестовую речь. Зло войны и благо мира до такой степени известны людям, что с тех пор, как мы знаем людей, самым лучшим пожеланием было приветствие мира вам. Лев Николаевич Толстой.
зло войны и благо мира до такой степени известны людям, что с тех пор, как мы знаем людей, самым лучшим пожеланием было приветствие «Мира вам!» Лев Николаевич Толстой. Зло войны и благо мира до такой степени известны людям, что с тех пор, как мы знаем людей, самым лучшим пожеланием было приветствие «Мира вам!» Лев Николаевич Толстой. Тест микрофонов с расстояния примерно 40 сантиметров. Я сейчас нахожусь сбоку и ближе к микрофону зуму. Расстояние до микрофона 40 сантиметров. До микрофона Dayty и Rode примерно 55 сантиметров. Теперь самый интересный тест, как звучат эти микрофоны сзади. Расстояние до микрофонов 30 сантиметров. Тест сбоку, с другой стороны. Теперь я ближе нахожусь к микрофону Rode и Dayty, а зум находится подалее от меня. Расстояние примерно 40 сантиметров до Rode и Dayty. До зума 55 сантиметров. Расстояние до микрофонов примерно 2 метра. Можно услышать, какое сильное эхо в этой комнате. Так, ну и посмотрим на наводки. Сейчас вокруг Rode пляшут передатчик с приемником. Сейчас вокруг Dayty. Тест на ветер. Я иду включать вентилятор, при этом все время что-то говорю. Я повернут спиной к микрофону, говорю в стену. От стены должен отражаться звук. Включаю вентилятор на самую большую мощность. На все микрофоны одинаковые. Так, повернул вентилятор. Так, зум у нас запоролонен. Смотрим, как работает зум. Помогает ли данная защита от ветра. Также у меня есть ветрозащита для зума. Но в этой ветрозащите нет поролонного слоя. Он есть, но очень минимальный. Ну, не сравнится, какой используется в этих ветрозащитах. Мертвую кошку. Установил ветрозащиту на зум. Ветрозащита на Rode установлена. Я вижу, как уровни уже не клипуют, как ранее. До этого прям все клиповало-клиповало. Теперь устанавливаю защиту на Dayty. Теперь и на Dayty установлена ветрозащита. По-моему, ветрозащита Dayty справляется хуже по уровню клипов на экране камеры. Вот я ее неправильно установил, либо, возможно, еще что мешает вот этот провод второго канала. Подозреваю, из-за того, что у микрофона Dayty есть два входа, ветрозащита до конца не одевается. Сейчас я выну этот провод и попробую задвинуть ветрозащиту до конца. Провод сейчас не записывает. Записывает только Dayty, и вот какой звук с установленной до конца ветрозащитой. Помимо насадки SSH6 для зума, F1 и других рекордеров, у меня есть еще насадка вот такая вот поменьше. Она называется MSH6. Давайте я тоже протестирую. Сейчас я ее установлю в то же место, где была другая насадка SSH6. Но микрофон находится дальше, поэтому я приближусь поближе. Капсуль микрофона Zoom находится чуть-чуть ближе, чем... И вот такой вот звук у этой насадки примерно в тех же условиях. Я сейчас обойду по кругу микрофон сбоку и сзади. Я нахожусь 40 сантиметров от Zoom рекордера с насадкой MSH6. Такой вот звук. Я обхожу микрофон назад, нахожусь в 30 сантиметрах от микрофона сзади. Обе насадки Zoom использовались с функцией направленности максимальной. В насадках MSH6 и SSH6 есть возможность изменения угла захвата звука. Я это не использовал, я использовал как режим шотгана, только звук снимать перед собой, что в одной насадке, что и в другой.
Так, а сейчас проверка микрофонов в полевых условиях. Выхожу на улицу и посмотрю, как они работают в жизни. Пока спускаюсь, проведу тест на удары по корпусу камеры. Ну, собственно, вот так вот шок-маунты отрабатывают по корпусам, хотя тест не совсем равнозначный, потому что роут установлен непосредственно на камеру, а Дейти через Magic Stick колено шарнир. Так, я вот спустился на первый этаж, здесь мотобайки. По идее, Дейти сейчас вот должен улавливать плохие звуки, которые находятся за объективом, то есть передо мной, когда я говорю что-то в камеру. А роут в этом плане должен справляться гораздо лучше. Так, давайте покажу вам, где я нахожусь. Вот проезжает машина. Вот проезжает машина. Мы видим машину, вот мотоциклы. Как это работает, я сейчас комментирую происходящее за камерой. У нас впереди у нас лаундри. А можем узнать, сколько стоит постирать белье. Так, подхожу к лаундри и вижу, что написано 30 бат. 30 бат для большой стирки и 20 бат для маленькой стирки. Вот такие вот автоматы здесь стоят. По сути дела, обычная стиральная машина, но как-то их переделали таким образом, что автоматик к ним добавляют. Магическую связь, там есть монетоприемник. И загружаете, она сама включается, ничего нажимать не нужно. Наверное, просто я как кл-выкл. А может быть, это не так. Но какая разница, мы сейчас не тестируем стиральные машины, мы же сейчас тестируем микрофоны. Так, дождемся еще какую-нибудь машину или мотобайк. Я поговорю в камеру, чтобы можно было слышать, как изолируют сзади ненужные звуки. Вот проехала машина. Я думаю, этого достаточно. К сожалению, у меня не было возможности протестировать сарамоники здесь, у меня дома, потому что у меня их нет в наличии, но вы можете сравнить их с роудом, а роуд, в свою очередь, с зумом и с Дейти. А особенно Дейти и роуд, потому что это близкие конкуренты. Спасибо за просмотр, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь, бай-бай, пока-пока!